Урок 10. Сведение композиций. Часть 3. Задача состоит в том, чтобы первый удар композиции B попал точно в первый удар начала квадрата композиции A. Одним ухом слушаем композицию в наушниках, другим в колонках. Если допустили промах, аккуратно подвигаем композицию B с помощью джога так, чтобы удары бились синхронно. В этом может помочь индикатор звуковых волн, расположенный вверху экрана. Остроконечными выступами на нем отображаются удары основных барабанов, синие для проигрывателя А и красные для проигрывателя Б. Затем, используя эквалайзер, полностью убираем низкие частоты в композиции Б, а средние и высокие на 1/3, и в начале следующего квадрата поднимаем ручку фейдера, выводя композицию Б в эфир. Через 16 ударов барабана резко поднимаем высокие частоты композиции B и убираем те же частоты в противоположной композиции на 1/3. То же самое выполняем со средними частотами еще через 16 ударов. Слушаем получившееся на протяжении следующих 32 ударов, внося необходимые коррективы. Затем резко поднимаем низкие частоты у одной композиции и полностью убираем их у другой. На протяжении следующего квадрата постепенно уменьшаем высокие частоты и средние частоты в композиции А. Затем опускаем ручку фейдера данной композиции вниз. Сведение завершено.